попроси ребят нарезать клип сделать. Ну я уже сказал, ребят, сделайте что-то такое толковое, ну, мощное. Пацаны, здрасте, здрасте, да, здрасте. Привет, привет, пророк Самбой. Будем кушать. Сейчас, да. Гагарин, не удивляйтесь. Ну чё, ребят, добрался я, сказано, сделано. А сколько он стоит, что-то я не понял. 200? 300 рублей. Ну, 300 рублей, ребят, ну это реально, это большая порция. Самбой же заступил, заплатил. Вот, Симон, помогал тебе. Нет, 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 нет. В 21 веке появились невероятные технологии, о которых раньше мы могли только мечтать. Миксер, итальянская фирма. Дарю тебе. Мне? Да. Дарю Дону Симону рубашку. Один. Слушай, Сереж, ты идиот. Один в один. Думаешь? Конечно, отлично. Да. Цветок надо ходить, реально. Да. Ужас, как все эпично. Еще чуть выше вот так. Подними вверх. Интервью. Денис мне подарил. Будет? Нет, спасибо. Вот. Такие дела. Нет, 16. Нихуя. Ладно. Ну нихуя ты даешь. Дон Симон, ёпта. Хуя ты даешь. На что? Да, кстати, спасибо, ребят, за донат. Выйдет на канале полноценное видео. Только полноценное. Не стирай. Это донат. Нет. Этот стрим легендарный, не стирай. Нет, там будет видео еще отдельное. Там на канале отдельное видео, да. Уже все отправили. Сумасшедший, что ли, стирать такие вещи? Совсем ебанулся. Осуждаем эту всю тему, да. Можно с вами сфотографироваться? Я убегаю. Сними меня с девушкой, пожалуйста. Я просто рядом живу и выбежала из дома. Давай, давай. Можно? Можно ли? Со мной нет, 500 рублей. Дайте календарь подарю. Да. Да сними меня с девушкой, пожалуйста. Да снимаю. Я обезьяна, он кот. А вы какого года? Я? От обезьяны ей всегда нравится, Самбойчик. Наберите там в интернете. Самбой остров. Ой, остров океане. А? Так, пойдем дело сделаем. Подождите, подождите. Сейчас, спокойно. А это вы взвешиваете? Это ваше? Можно вот одну, вот пятилетнюю? Одну что? Вот она стоит, маленькая. Резерв. А то тут очень. Дело надо сделать. Но одну, ребят, больше я не буду, я сказал. Дон Симон, вот в Питере, в прекрасном городе, много людей, Дон Симон. Да, много. Много людей, которые похожи на людей, которые похожи на людей, которых мы не знаем. Так, вот это. Вы же сами говорили, что смоленские женщины. Да, да, да. Вы похожи на соцзащиту, там, Жанна. Дурак, там. За Питер, за пацанов будем. Крышка закрытая. Мастер. Да. Сказано, сделано. Твоя бывшая очень постарела. Очень. Бывшая. Ну, которая выгоняла там из студии. Дом 8, апартамент 15А. Здесь посторонние люди, мое собственность пьяные. Твои. А, понял. Виктория Викторовна? Да. Сереженька, давай, ложись, давай. Это вообще пиздец какой-то. Бабу надо искать нам.
Тебе, мне. У меня есть. Ну, дети. А, у тебя есть? Двое. Ох ты, блядь. А живешь, спишь на полу без простыни, без одеяла. Ой, да, блядь, миллионник, блогер, миллиардер. 6. А, 6. У меня 6 миллионов, блядь, подписчиков. 6 тысяч миллионов подписчиков. Да. Караул. Это мало. Как ты, блядь, еще живой, дурачок. За сколько сам Дэм Мармаш нет? Как и Дон Хуан. Путик, как и Дон. Я уже помешался на Карлосе Кастанеде. Жду доната, чтобы мормошнуть. Но сначала песня. Можно фото, пожалуйста? Нет. Нет, ну снимки бесплатно. Да, есть контакт. Спасибо. Спасибо. Леонидон, респект. Будет сделано. Можно с вами сфотографироваться? Пророк Санбой. 500 рублей. Ну, у Санбоя свои расценки. У него фотка 500 рублей стоит. 500 рублей. Вот Питер. Санбой делай. Ну, тебе 15. Есть? Да. Слушай, что я скажу? Это все не красное слово. Снова Питер грянет весна. И в этом летнем саду только ты приходи, как только ты приходи. Я жду тебя, половине восьмого. Слушай, что я скажу. Потом будет смотреть это, балдеть. Дон Симон, эта запись вообще как не... Как ты это все сделаешь? Ты смонтируешь или ты кому-то отдаешь, кто это делает? Люди смонтируют, кто нас смотрит. Сейчас, пацаны, сейчас. Сейчас, ребят, сейчас все сделаю. Ебаната, блядь. А мы, блядь, лет, блядь, в обед. Жаба и клоун пишут. Ага. А там, а вот там, а там, а там, на джуз. Тройка, семерка и туз. Тройка, семерка и туз. Смотреть. Мы ради этого смотреть, даже не зря подключились. Не зря подключились к интернету. Music. Надо заряжать, Дон Симон. Мама, ну что, да, блядь.
Ничего не намонтировал. Вот ваш хороший клип сделать для нас. Music. Metto bianco quello di mo, ma che vaso sulla pimo, poi ti dice sola cose belle, mamma, 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 первое слово, мама, 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 мама. Я ж змок, прям, слышишь? Он змок. Это работа. А я как всегда взмокаю. Так, у нас еще, слышишь, две мормышки нам надо сделать. Блять, они так... Надо беречь этот стрим, вообще пиздец. Там сейчас все нарезано. Самый лучший из лучших. Самый лучший стрим за последнее время в интернете. Время-то сколько сейчас? 4 уже. Полчетвертого. Ой-ой-ой, полчетвертого. Надо уже ехать скоро. Так тебе зарядить надо. Мне еще зарядить колонку. Вот. Пошли, пойдем, все, погнали. Позор на этот клип с Никаном. Ну, было и было. Вот. С Новым годом. Дон Симон, борода из воды. Я вообще всегда податый. Ты там не спишь? Ага. Такой позорнейший клип. Спасибо. Закрытые. Видно, нет? Закрытые. Пусенький, твой сегодня самый счастливый день в жизни, блядь. С ангойчиком, даже не мечтал. Если есть Бог, то он внутри нас каждого. И имя Бога этого как? Балтика. Проси ребят, сделать клип, монтаж и замедленная съемка, как мы танцуем в самые лучшие моменты. Как будто вот бежим там, на набережной, слышишь? Не быстро, а вот так. А в замедленном, да? Замедленное, слоу. Слоу и да, как ты танцуешь вот это вот медленно. Вот так вот. За Питер. Ты рад, что ты со мной сегодня? За чатик. Это сделал. За донатеров, да. Перекусил. Да. Рубашку да, чистенькую. Да. Набережная, да, освежился. Да. Поехали. Один залпом надо. Я не вытяну. Ого. Я понемножку, но много пью. Ой. Ой. Дело хуево вот так мормышками пить. Мама. Поэтому и не пью. Если пью, то за дорого. Санбой, ты давай, допивай. Распусти. Люди ждут. 15 тысяч. Сейчас. Не игрушки, блин. Я понял. Давай. Все. Сейчас, подожди, сегодня. Ты так вообще не умеешь, что ли? На номер. У меня еще не было. Нет, колбаски тебе дать нету. И сюда я тебе колбасы дам, блин. Возьми. Вот ты золотые слова сейчас сказал. Мне тоже говорят, то есть, Серег, ты там что-то за ум возьмись. Я говорю, слушайте, я, блядь, почти 50 лет уже все-таки брался. Да. Никогда но не... ты кайфанул сам? Или кайфанул, ты... когда ты меня толкаешь в спину. Заходи, льва на сцену, да, или что там? Выпускай, блядь, льва, блядь. Выпускай, блядь. Выпускай льва. Льва выпускайте нахуй. Да, пора. Меня толкает, а там такая ступеньки дурацкие, блядь. Подниматься на эти ступеньки. Да вообще вперед, нахуй, ёбаный. Ну подожди, ну хватит. Давай на сцену. Ебать. Нихуя себе коньяк. Чего, бьют, да? Бьет. Да я тебе говорю, ты будешь чай, это самое. Я только спать ложусь. Так, это самое, андатра 500. Ты нахуй, сука, такая. Похуй, я себе коньяк, крепкая вещь, коньяк. А ты думал, блин. Тебя какие-то дураки подхватывают всегда в Питере.
Чоп! Блядь, еще и будем пердеть, блядь. Пьяного напоют, и потом насадят на поезд, и ты уебываешь, пиздел. Дела не делаешь, блядь, где-то в пивной тебя ловят. Ну что это, Наташ, ну не волнуйтесь. Ну, ну что? Напивают. И все, ты пропал. Дон, мы тебя любим. Пропал, тебя на поезд садят, ты уезжаешь. Все, ты ничего не посмотрел? Я тебе говорю, у меня вчера человек просто, ну, то. Хорошо, что мы что-то сегодня успели сделать, да? Ты здесь прав. Это так и было. И в прошлый раз я посмотрел, думаю. Я сегодня посмотрел этот фильм, что там этот. Арнольд сделал Черногорский, да? Ага. Он этот фильм сделал. Так. А Дона этого Симона. Так. Он ходил тут, пил и жрал, блевал. Где Симонов? Где Дон Симон? Он уехал с людьми, а эти люди такие, знаешь, в Питере. Чудные, хитрые. Напоили тебя, в поезд посадили и отправили нахуй. Слушай, тут какая-то такая... Нет, то тут цепь какая-то, смотри. Сколько раз говорил, говорю, ходите по помойкам, блядь. Не знаю. Ходите по помойкам, блядь. Слушай меня, ты придешь сегодня? Ну, пытаюсь. Ты мне контакт оставил свой. Спеши куда-то. Сейчас, секунду. Подписывайтесь на телеграм-канал Бакинский Движ, поддержите девушку. Пожелаю, ребят, не напаивайте его. Раз. Чтобы концерт он ведущий сегодня, ведущий концерт, не надо напаивать. А то вы напаиваете, и садите в поезд и отправляете. Человек Питера не видит. И мне перекинь. Жду доната, чтобы мормошнуть. То, что надо. То, что надо, перекинь. Там пожалуйста. По номеру телефона. Вот Питер. Сам он делай. Кто? Набери. А, это-то ладно. Да. Да это вообще не вопрос. Да ты знаешь, ну это не про меня вообще. Это наш? Да, наш. Неужели еще побольше нет? Это не про меня вообще. На, все возьмем. Там больше нет. Есть у меня, есть. Это не про меня вообще. Обещал ты. Половину. Половину хотя бы. Ну пошли тебя. А завтра сделаем. Все, разберемся. Все. Ладно. Все, все. Это, все, короче. По номеру телефона. Я знаю все. Понял. Здорово. Здорово, как дела? Приятно видеть. Фоточку. Эти глаза фоточку. Напротив. Как вы думаете, можно ли определить маньяка по одному лишь взгляду? Фоточку. Давай. Нет, он что-то там про бандитов мифических такого там загонял какую-то хуйню. Присел. Да. Присел, да. На 35. Потом забрал. Да. Потом забрал магния, да. Ну, пацаны скопили. Да. Типа у него эти типа, бандитский Петербург, да? Нет, это кадру. Подписывайтесь на Эльзу 14. Спасибо за контент. Ты лучшая. Спасибо. Ну, да, спасибо, взаимно. Спасибо. Ну здрасте, 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 здрасте. Как дела? Легендарный человек приехал. Не могу это поверить. Питерская шпана. Шпана, здорово. Можно? Сейчас, пацаны, календари всем дам. Пацаны, поехали. Что я их привез, бля? А можно другу еще? Можно. Девушке еще можно. Давай. Давай. Всем календарь. Все. Календарь держи, календарь держи. Все, снял. Все, спасибо. Все, удачи. Подожди, календари, календари. Календари. Я что привез? Откуда? Спасибо. А можно еще для девушки? Можно. Пока остались. Дон Симон. Респект. Обнял. Спасибо. Супруги, поделимся. Да, Наташа, привет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока осталось. Спасибо. Пока осталось, да. Календарь держи. Да. Сергей, а дай какой-нибудь совет для молодежи. На имя работать, на цели, на какие, достигать их. Все. Потом все придет, возьмешь, будешь счастлив. Давай, бери все, что хочешь. Я оплачу. Димон, я никогда не наглею. Блять, а где донаты, блять? Ты знаешь, я никогда не наглею, ты знаешь. Где донаты, блять? Где, чё, чё? Ребят, взял сегодня 100 календарей, 100. Вот все, что осталось. 100. Больше нет. Да. Сейчас. Эльза прекрасная, любим тебя, подписывайтесь, драчи, лосось.
несет у стримера в хуй. Да, ребят. Ну, конечно, надо квартиру, друзья. Да, а что тут рядом? Я просто вот этими, не знаю, вот этими корягами. Кого ты собрал вокруг себя? Чьи запрети шага? Ну, вы тоже там. Сергей, а правда тебя в болевом звали сломаться? Как? Да, да, да. Это Аби Лернер, это режиссер всех неудержимых. Да. А там потом с Сильвестром не договорились, они там что-то с продюсерами там. Что-то там. Они же хотели дальше продолжение снимать. А получилось, что ничего не получилось. Я так завидую Арнольду Черногорскому. Настоящие фильмы делает вот его ТГ. Арнольд делает дело, да. И факту, да. И факту, да. Так, да. Блогер узнали? Да не надо, что узнали. Давай. Сергей Симонов. Сергей Симонов? Симонов. Да, она. Угу. Пацаны, она. Рыбалка на сама. Берем. Дай календарь подарю. Спасибо вам большое за контент. Спасибо вам за ваше творчество. Удачи вам. Два ваших насущных. Следим за вами. Спасибо. Крепчайте, чтобы у вас все было хорошо. Дай Бог, да. Мы? Ну, я из Москвы. Сергей Симонов. Да. Какой календарик, мне сказали? Если остался, ну. А откуда вы будете? Москва. Нет, у меня просто дело в том, что я жил в городе Королеве. Теперь я пьяный по твоей вине, мормышка, мормышка. Мармышка! Салам, Дон Симон. Привет, Дон. Здорово, здорово. Как ты? Мы тебя эвакуируем. Мы тебя эвакуируем. Я понял. Фу. Так. Девочка в кадр, это всегда хорошо. Так, сейчас мне эту... Обоссать. Нет. Мочи нету в баках, пацаны. К сожалению. Видите, да, кто фанаты Дона Симона? Ну, помимо нас, взрослых, адекватных, там, в основном это какие-то хипстеры. Спасибо огромное. Хипстеры. Календарь. Всем, всем по календарику, чтобы понимали, в каком году. Извините, говорят. Извините, говорят Дона Симона, извините. Так себе прическа. Михаил, почему тебе не нравится? Да. Андатра самая красивая. Спасибо большое. А, кстати, ну, это факт. Но, как говорится, ну, тут это семейная уже тема. Как зовут-то? Солевая селедка. Эй, йоу, книги, вы читаете книги, я будто бы рэпер, рок, я сладкий, будто бы глазированный срок, у тебя офигенные очки, но мы будто бы сморчки. Мафака, я вам покажу то, что тут не чин. Я тут не чин, а я делаю то, что не чин. Каково, бро, не бриться, я ведь бреюсь, потому что я моряк, будто бы жук-просак, я... Скрывай в своем панцире, будто бы я улитка. Я этих девчонок там познакомился с немчином. Я это будет гэнгста. Я не понимаю, потому что тут люди говорят то, что я не. Видите этот патч? Да, зачем нам патч, если у нас есть плач? Я плачу, будто бы я, кто плачущий мальчик из ФНАФа. Мне откусят лобную долю, будто бы это Фоксиан. Я будто бы Фроксиан. Маву, бля, короче, я там... Четко вообще. Вообще, ну, кажется, вообще, у меня деньги с карты списали. Да. Вообще красавец. Тебя ждет большое будущее, я тебе серьезно говорю. Да? Это по факту. А можно с вами выпить сегодня? Не. А почему так? За бабки, да. Ай, да не мешай. Кто он такой вообще? Блин, что-то... Ну что, выходим? Да, я тебе руку пожму за твои крутые стримы, за крутой контент. За твое творчество. Большое, да. Правда, очень уважаем. Веселишь, радуешь. Ага, можем пошло, добро. Привет, подписчики. Здравствуйте. Мы сделали фотографию с Доном Симоном, и мы крутые. Идите нахер, все, пока. Здорово. Респект. Респект, Серега. Здорово. Легенда нахуй. Тут легенда. Тут все знают. Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Минута славы! Всем добра! И позитива! Подожди, на раз, два, три. Раз, два, три.
три. Всем добра! Пойдем, зайдем, я сейчас там дело сделаю, потом будет. Звезды к нам приехали, ёпта, охуеть вообще. Здорово, братуха. Это, блядь, Симонов, ёпта, ты чё? Эдя. Он с Прибалтики приехал, нихуя не знает. Заходи. Это наш. Это моя, да. Она наш. Стоит там, это мнется, короче. Бам, бам, бам! Бам, 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 бам! Ой, простите. Ой, чётко. Мне, кстати, за этот концерт ни копейки не заплатили, если что. Дорогие друзья, сегодня знаменательный день. Много людей пришло. Я желаю всем прекрасно провести время и получить удовольствие. Бам-бам-бам! Последнее слово всегда за словом. По-любому! Здорово, Разрешите сфоткать с вами? Давай, попробуем. Это Шелби? Я как Томас Шелби. Можно вам руку пожму за ваше творчество? Давай. Давний фанат, следим, смотрим. Дай 100 рублей. Серьезно? Вот они, денежки, вот они, Опа, папара, папа, папа. Куплю сигареты. Диджелинка, например, нету. Да. Кирюхе, кстати, огромный привет. Давайте Кирюхе передадим все вместе привет. Кирюхе, привет! Бам-бам-бам! Все, всех обнял. То, что каналы банят, все нахрен сносят. А Телеграм, молодцы. Да? Сейчас. Никогда не простите. Я вернусь сейчас, ребят. Сейчас. Передаю привет Чаше. Чаша элиты Арнольда Черногорского. О, хорошие, добрые дела пошли. Вот, вот и соточка в дело пошла. Сейчас. Никогда не простите. Я вернусь сейчас, ребят. И подводя итог нашему сегодняшнему видео, хочу сказать такую вещь. Ищите позитив во всем, добро во всем, да, и творите его.